Извините, можно вас на минуточку? Здравствуйте, а вы живете в Серпухове? Да. А скажите, пожалуйста, а вы слышали о проекте «Город мастеров»? Да, очень даже много. Хорошо. А как вы относитесь к этому проекту? Только за, даже мы потом поддержать его. А как вы считаете, можете поучаствовать в этом проекте? Ну, как рабочий, немножко как рокировщики. Ну, смотря, как ты им нужен. Любая работа по ключу. Да. Спасибо. А как вы считаете, этот проект важен для города Серпухова? Да, это его корни, его история. То есть люди не должны забывать свою историю. В принципе, интерес есть. Я думаю, если летом будет время, то, в принципе, можно будет посмотреть, чем занимаются там. Представляешь себя вот в качестве реставратора вот, и реконструктора? Вообще, если меня допустят к тому, чтобы строить город, это, в принципе, конечно, интересно было бы. К тому же, я думаю, в процессе строительства можно будет пообщаться с немалым количеством интересных людей, почему почерпнуть для себя что-то новое. Георгий, ну, скажи, пожалуйста, ты слышал о проекте «Город мастеров»? Да, слышал. Друзья говорили, которые интересуются историей. А, Георгий, скажи, пожалуйста, ты бы хотел принять участие в проекте «Город мастеров»? Да, безусловно, хотел бы посмотреть и пообщаться с интересными людьми, как бы самому прикоснуться к частице истории. Частью в этой группе придут те люди, которые хотят получить, во-первых, новую специальность. Проект «Город мастеров» возник в Серпуховском музее во многом благодаря деятельности на его территории молодежного клуба «Историческая серпуховская дружина», который в содружестве с музеем занимается исторической реконструкцией эпохи Древней Руси и прежде всего 14-15 век. Основная тема нашего клуба – это Московское Великое Княжество и Серпуховское Княжество времен Куликовской битвы Дмитрия Донского и Владимира Андреевича Храброго.
Денис, ты давно занимаешься в клубе? Да, 2 года. Ты слышал о проекте «Город мастеров»? Слышал. Как ты относишься к этому проекту? Отношусь положительно. Рад, что будет такой проект. Ты сам бы хотел принять участие в этом проекте? Да, безусловно, хотел. А в качестве кого? В качестве рабочего. Мне сразу понравилось то, что есть возможность найти огромное количество друзей, людей, разделяющих мои интересы. Также я езжу на фестивале, я постоянно вижу очень много народа, мне нравится проводить с ними время. Для меня, когда я надеваю на себя древнюю одежду, у меня меняется образ мышления, я практически переношусь в ту эпоху. Но имея образование дизайнера, я вполне могла бы заняться рекламой этого проекта. Ну, конечно, такие проекты, они нужны в России. Как говорится, прошлое. Кто не знает своего прошлого, тот о будущем может и не мечтать.